Греки-киприоты никогда не согласятся на создание на севере Кипра независимого государства, контролируемого Турцией. Об этом заявил президент Республики Кипр Никос Анастасиадис после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах. Глава греческого правительства, в свою очередь, выразил уверенность, что новые действия Турции на Кипре подрывают усилия ООН, направленные на возобновление переговоров. Республика Кипр входит в состав Европейского Союза, и ее представляет законное правительство. Европейский Союз никогда не примет в качестве своего члена сепаратистское территориальное образование. Но Турция и руководство киприотов-турок настаивают на продвижении своих планов разделения. В тот же день Брюссель осудил действия Анкары в отношении Северного Кипра и заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу заселения квартала Вароша, расположенного в нейтральной зоне острова и судьбу которого определяет резолюция Совбеза ООН. Но в Анкаре утверждают, что позиция Евросоюза не имеет юридических оснований и отражает только взгляды греческой стороны.